Давайте посмотрим. Не можешь принять сумму? Все. Ты тоже тут отлично. Давайте посчитаем, сколько людей в 4000. Ну, тут не всем оно нужно. Вот Ретрик готов полностью. Ну, там единственное, что частично поменять надо. Гудлик, Вовбро там есть. Шляпа Пепси. Он кто-то 9. Давайте кушаем. Бафаемся. Кстати, этот, идеально, ты не думал проф в этот спек поменять? Не спек этот, поменять расу? Флэш, ты в ретрике? Да, он в ретрике. Пусть ты побафай тогда кулаки, я сейчас уберу с ПП. Ого-го-го, Кубоб, ты что делаешь? Кубоб, продай мне один. Бери кулаки бафой. А кто у нас второй танк? Тварь. Ого. У кого хаспот, хаспоты есть, я свои оставил в банке. А кому это нужно? Это Руксрайт. Скажи, кто ты, я там тебе... Кубоб. Кубоб. Кубоб, ты что там, бизнесмен? 24 есть? Да. А, в этом, в танке. Не вижу тебя. У меня уже достаточно таких предметов. Хрипатый. 24 в танке есть у тебя? Нету. А, Вой, давай тогда ты не совой, а этим. Мишечкой. Блин, чем он один вообще печально. Спасибо. А кикать пати будете? Шестую? Да, да. Да, да, давай. А на паладинов хватит? Почти да. Ну, да, ну бы еще далеко. Так, все покушались, давайте. Фулл ребаф, приста бафа не вижу. Ставим в центре босса. Первый танчу я, второй танч твой. Давай на 3 стака меняемся. Сильно хилов не напрягаем. А в снобольдов, или как там они, кобальды эти. Будем пробовать свечить, если они на РДДшке. Я буду ставить меточки. Невер, теперь держи ассиста, на всякий случай. Кто там будет? А, я. Запустил. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. Поэтому, Колизей, вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смог... А, фласки все БКшные пьем. Огурцы воткните. Быстрее. Да, огурцы локи поставьте. Кубов ставят. Тыкнули все в центре. Да ты не томи, отвали от меня. 10 секунд. Четыре, три, два, один. А скажешь, когда тебе истерию дать? Так, забирай. Вов, Брёш. Я скажу. Угу. Давай. Закинул.
Ой, забери, я с тебя просто это переагрем. А мне сейчас 4, как только спадет, я заберу. А в черепочек сыграли? Забираю. Дальше по боссу, просто кливаем. Ты огненного? Да, я огненный заберу. Давай, я достаю до конца, не забираю уже. Карне, закинешь бог мне? Боб. Дайте Иннер и Гимны на ману. Блять, я не вижу его. У него не отображается куча бафов. Ладно, нет, так заберу. Обдотайте это. Я заберу, заберу. Все. Холи пау. Да, да, обдотайте ее. Геру, Геру, Геру дамажим. Геру, Геру, Геру дайте. Шаман, Ваук. Кого плюнет, подходите. Меня только что задуло. Тут вы уже аккуратней. Вы умрете. Умрете. Опять в два танка. Вы да, да, мы в два танка идем. Два танка и надо. Тут прист. Стойте, отворачивай, задует сейчас. Разморожу потом, стойте. Иннер по холибалу, у кого есть. Мишку разморозь там. Мишка возле ворот. На гудлик идет. Запираю, запираю. Долго размораживал всех. Блять. Куда упал? Вот он, флеша. Наглое оружие, по флешу, дай БР. Блять. Лужа уйдешь. Лужа в центре. А лужа будет. Лужа в центре упала уже. Смотрите, задует. Огонь раньше держим. О, бро, еще одну стрелю отдал. Залагало. За черепком смотрим. А, это зеленая. Имера нету? Да я дал тебе верить. Просто я бежал к червю, ты далеко был. Попробую порезать немного. Лакрим, одержи на нем омоложение на Карнесе. Фейба бэрить, Дон? Да, 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 обязательно. Побежал. Сейчас задует. Сразу вставай. Пробафайте рогу. Забирай босса. А, хилы по разные стороны, встаньте. Готовьте сокро. Меня дует. Похилился. Босса дотаем. Смотри, что вас не отбросило в лужу. Сокро, сокро, сокро. Вы умрете. Забрал босса. Умрете. Тебе надо прожаться сейчас, Дон. Прожался. И терпеть. У меня незабываемость есть, у меня зеленка. Я выжил. Отбежали, отбежали, отбежали. Невер, сними. Войд, забери. Не снимается же вроде в гере.
А, да, 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 в гире не снимается. Червя, в червя, в червя играем. В мире плюнул. Можете поднять. Ну это мне. Мне накинь, я не в ту сторону побежал. Да нормально, все хорошо. Это лучше. Кубок, ты там умер? А чего у тебя сейчас, 55 или 54% был у человека, когда вышел. Бесса убивают. Так, половину первого босса бегал от луж ебаных. Это и все. По идее, мне кажется, можно. Для первого откидывали, нам нужно червяка убивать. Да, да, уже лучше нам. Нужно, да, да, сейчас значит лучше. Просто перебежек много было, червя отводили далеко и перебежали. Вот с первым, да. Вот так бы убили бы. Сейчас в Африке спекаешь. Посмотрим. Попробуй Гудлик, потому что тут двоих захотаешь. Не прохиливают этих бесов. Гудлик, зачем ты топ ДПС сейчас? Зачем тебе в Африке что-то? То есть... Ну, вдруг в Африке будет еще боль. Ну, комбо-то спекнуться, чтобы рейду урон дать. Флэш, это... А у нас армс дает же. Такой же баф. Да, недавно. Капец, перед третьей фазой мана вообще закончилась. Ну давай я просто видишь на первом давал. Там 30% было. Это аванс, но чтобы такой хуйни больше не было. Особенно в актуальном. А, кстати, спали, нажми, пожалуйста, кнопочку там, ну, спали весь рейд. Don't сделаем акрос на этот. На снятие да, бомбы. Сейчас. Босс, иди сюда. Как он пишется? Двойная защита? Да. Да, да. Флэш, я тебе дал фласку, пей ее уже прямо сейчас. Не надо здесь с алкашными находиться. У кого еще фласок АПшных нету? Давайте я дам. Да. Кинь меня, Боб. В смысле не меня? У кого сейчас от Альда аура стоит, возьмите третью. Потом поставите, когда будет третья фаза. Шрайт, кинь в ДКшку, Боб. Сейчас кинуть? Да, прям сейчас. Подожди, не вижу тебя. Да. Все хорошо. Да. Так будет третья аура или нет? Так, а где рыба? Все увидел. Сейчас, секунду. Там далеко. У нас всего три паладина, давай. Я надеюсь, масло хотя бы помажете, ребят, ну типа это камон, это ну порно полный. Ну, нам сейчас лед не нужен. Лед сейчас ничем не нужен. Ну да, я ж поэтому и говорю, чтобы третью поставили. Все есть, проверьте тогда на себе масло, проверьте на себе фласки БКшные. У кого нету, говорите, бля, давайте уже вам похуй дадим. Вот, кто-то подожди себе... секунду, попробую переодеться с другой трени. У кого масло есть? У кого темная магия сейчас стоит? Ну, и реально, зачем темная? Третью поставьте. Сосредоточение. О, неужели, спасибо. Отлично. Потом отдашь как-нибудь. А, Исполин, ты можешь кнопочку нажать? А, ты нажал, да? А, ледяного змея Корнесова Крима, каменной крови Войд. Да ладно, ладно, мне хватит это, такого. Это все бесконечной ярости. Флэш и вар. Перепили. Здесь давайте запускаю. В следующий раз, типа, если просто на следующем РТ будет такая херня, это типа ГП, ну, потом вернёте, может, дешевле. Без разницы, сколько вы будете покупать. Хоть сами крафтите. Вбро из-за тебя ГП дают. Что? За неделю на 4 фласки, блядь. Цены дороже ставили. Из-за меня? Да. Почему? Дороже цены ставишь. Спекулируешь там. Зачем? Я наоборот их снижаю. Синки дорого стоят. Все, ребят, давайте вот фут. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван. 7 секунд. 5, 4, 3, 2. Его про так же скажешь. Нифига себе. Да. Мелизона кинула.
Флэш, флэш, флэш. Да как ты достал меня? Вы убрал, так же скажешь. А, метка поставил звезду, слейте, это хил. Черебок сейчас. Кидай. Готово. Вот, забирай. А, все, босса не бьем. Плачек это танк. Мерики просто ближе подойдите, в пузо ему кливайте. Одна метка. Иди, а Лакрима, подойди дальше, ближе к спине. Там мелики все стоят. 4 секунды босса забираю. Собрал. Стою до конца. Чё, блядь, с боссом? Вот почему он тебе в таргете нажимал, держит, прокнулся боком? Да я вижу. Огрота на мне. Баг, наверное. Встань в меня, встань в меня. Почему он боком стоит? Да этого пидора пошел бить. Я понимаю. Но он таргет держит на тебя. Да, да, это таргет там. Сейчас таргет на войде вообще. Обьет меня. Короче, я заберу. Ладно, просто бьем. Я заберу сейчас через 5 секунд. Не надо, не надо. Мне боком скинем и все. Ого. Гарик, БР. Давай. Я уже лес. Ладно, идеально надо. Просто все, я отменю. Ребав ДК быстренько. Слишком быстро тебя убили. Там что-то 27 тысяч. Да, я не успел. Там докастовать тоже. Геру? Геру, конечно. Котлик, блядь, ты где? Да здесь в куче стою. Сейчас болевать будет. Я тебя не вижу. Иннер по Карнесу, если есть. Кодр сейчас. Дау по Карнесу. Да ты... Блядь. А быстро надо начнут этих бить. Меньше шел, дуйте танка. Я вам подбежал, у меня баф закончился. Не смог его разморозить. Двоих забираем. Заберу. Идеальная походы. Отдал дубовую. Поход идти. Угу. Ренжу. Да кто с дебафом, блядь, разморозить? Мастераур на огонь. Кару, поднимите. Я прожался. Гарри, подними кару. А Кубоп умер. Наглая рожа Кубоба в БРне. Сейчас там красная сагрится, не могу, очень долго стою с этим. Карнет забираю. Так пробафайте их на ХП хотя бы. Пол ребаф по рейду дайте. Не только на ХП. Появление там сейчас должен появиться, лужу. Уже пишет. Лучше отведу вправо, ой влево. Между двух луж будете. Сейчас там пропадет. Сейчас пожалуйста. Вы... Да. Запрут лужи вас. А, может исчезнет скоро. Сейчас должна исчезнуть она. Большая уже стала. Все вышло. Исчезло. Выходит. Подведешь его сюда к нам? Ну жмите, охуенно идем. Блять. Абдотова Терева. Налет уже поставили? Поставил налет. Мастер Аур только на КД 30 секунд. Займите лет, около Мастер Аура есть. Я забрал, блять, заберу сейчас. Забрал.
А, сокру дай. Вы умрете. Вы умрете. Вы прыжок. Умрете. Прожался. Блять, не прожался. Пиздец мне. Ну, падаем. Да, забегайте, 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 не уходите. Так, все уже. Да, уже упали, упали, забегайте все. Внутри лябу у нас остается до первого прыжка. Нормально. Это нормально, это убиваемо, да. Все, это хорошо, здесь просто сейчас немножко не выигрываем. Ну, в том числе лично я вижу свои ошибки. Просто сейчас подсобрались. Хорошо, оптикс. Может, знаешь, что попробовать сделать? Кого-нибудь, он какого-нибудь гудлика оставляй на этого, на червяка кислотного после того, как он вылазит, а остальных всех РДД уже на другого отправлять. Единственное, что вот может быть, миликом бить торчащую, условно там секунд 5, пока не вылезет, а потом уже перекидываться на вторую. Потому что, ну, реально, типа, время тратится много на это. Как первый выходит, все могут играть спокойно, потому что вы с меня не сорвете, у меня куча игра. Локи же мультидотят, да? Ну да, или РДД пусть добивает кислотно, а мили это уже. Ну, да, что-то такое. Ну, типа, нет, нужно, чтобы мы сливали, там оставалось 10%, тогда РДД могут оставаться на одном таргете. Или попробовать у кого эти. И Африки, например, те же вары, они же лучше бьют 20% хп. Их отправить, чтобы добивать. Ну да, у кого экзекутки. Да-да-да, кто у кого экзекутки, тех отправить добивать. Огурцы сразу втыкайте тоже, чтобы были у людей. Полезная штука, спасала в несколько раз. Отправить добивать зеленую, когда она выкопается, да? Да-да-да. Просто я скажу, какие таргеты играть. А, также поменяйте ауру. Обратно фул ребаф раздайте, приста бафа опять не вижу. Чтобы в миле не падала лужа, чардж не делал мне. Я тренинг потерял. Все-таки, наверное, лучше с тебя забрать потом. Да, 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 не рискуйте. Там потому что не шотнет нас. Лучше распределите. Чуть эти змеи не пропадают, блядь, звук. Одно дерево можете пойти на другую сторону. Дон, сколько даю стерей? Слишком много на одной стороне. А, три. Все, понял, хорошо. Я вначале отдаю, у меня появляется под этого, под червяков примерно. Да не, босс, нормально, хороший ДПС сейчас, ну, кроме меня. Слушай, мне прокалывание, ну да, 28 тысяч ударило. Невера, с тобой еще что было? Ну, у меня... Так, все, давайте я не судить. Один. Ну, скидывайся. Я резко. Наглая рожа, Берни. Она. А, в черепочек сыграйте. Это РДД. Скидывайте вот. У него, кстати, КД по-моему. Да. Вон, видишь. А, да, да, тогда Берни. Давай сейчас. Пусть скинется с тебя потом. С гудлика сбейте. Не-не-не, давай просто прожмись и Берни. Да сложно, он сложен. Там таймер только червей. Лакримы БР должен быть. Да, Лакрима, да Берни тогда сузу, да. Че, Берни? Я забираю. Да, Лакрима не отдала, так что давайте. Поднимаем. Нам не снобль ты чё? Прошмусь пока. Кому с вас там имя развалить?
Карнаси закинь. Пригодится. Сейчас заберу, пофиг, лампа стоит. Забрал, хорошо. Мелите, клевайте дальше. Я пошел. По красной сейчас все сразу сыграйте, сколько можно. Я был тебе дал с ними. Угу. Все, свичнули. В черепок. Привет. Массакро. Это я закосячил. Нет, тайминг. Думаю, можно падать. Да, 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 давайте падать. Почитай морды, вы уже спарите все меня. Он у меня сейчас задул, кинул баф, вас плюнул, и он еще раз задул. Вообще, что с таймингами, я не понимаю. Такого еще ни разу не было. А в экзальтиде во сколько танков били тоже, да? А, кстати, идеальный. Поставьте на это эльфа плюсик в чат. Ой, на эльфа бездны. Флэш. Идеальный нейвер. Отлично. А, флэш, давай, если в миле зону кидает, ты кидаешь расовую, которая ауешка на землю фридом дает. И вы все спокойно подбегаете ко мне. Без замедления. В ней. А, то же самое делает идеальный, когда если в РДДшников полетит. Просто, ну, возле меня кидаешь, чтобы они пробежали. Ты чё, одна кнопка на панели? Чё? Блин, мышка ты. Ну, слушай, не мышкой. Ход кейпер, что вас прокинет. Пока. Там ничего не хватает. Дебафайтесь до конца. Пугай, что бафните при 100 баф. У Роги кулака нет. А, каска есть кулак. Роги, да, всё. Огром, может, имеет смысл спула давать? Истерию. Давай, да, с пола у тебя долго, когда у меня через минуту. Из самых глубоких и темных пещер грозовой. Так, 10 секунд. Был призван Гормак, пронзающий Бивень. Бой, герой. 5, 4, 3, 2, 1. Бэрю. Да, давай. Ну, типа, падать на первой фазе, это как-то... Прям печально. Второй раз уже. Все еще сами проблемы. Да, уже в этом заработал. На хиле. Поставь. А, да, связочку сыграйте. Дон, стоп. Я стопнул, я уже с Нобельда пошел бить.
Дальше попробуйте. Дайте на пол в мишку. Если дождь прилетит, слить. Я думаю, достанешь. А, да, достаю. Я еще один бронепод просто выпью. Снаболь дозавлешь тебе быстрее. Черепочек, черепочек. Окс, клеваем. Подведите черепочек ближе. А, неутомимая. Ну да, подойдите к боссу. Сейчас милики свистните. Убейте. Все, там дотки дотикают. Отвожу. Пашки Африки. Побежали, побежали. Сейчас задуть должен. Задуть. Отверну. В тебя полетело. В меня, отлично. Домашки дальше. Карнес залил в тебя. А поставишь метку на твою? Ну давай, куда-то было, дикутка, добивайте то. За дотайте быстрее чешую, слева стоит. По окнам играем чуть-чуть. Все, вылезла. Обратно, подводи ее ко мне. После лужи. ПС теряем. Сейчас АУЕ будет еще. АУЕ, смотрите из-под лица. Вот сейчас лужим. Пиздец, не успел. Давайте падаем. Я такой хороший трай. Хороший трай, да. А, Войд, сразу подводи, я смотри, сколько у нас времени прошло, прежде чем лужа. А потом лужу. Ты подводишь ее с одной стороны, а потом подводишь ее, типа проводишь через моего босса и с другой стороны встаешь. Лужу под твоего босса, короче. Пройду 2 минуты. Под твоего босса, короче, лужу налить надо, да? Не-не-не, сейчас покажу меточками. Не, она просто лужу кинула, я видишь не повел, потому что блевота была. Я понимаю, смотри, у нас до блевоты куча времени. Вот здесь стоит, например, мой босс и плюется в меня, я стою здесь его танчу. Подводишь зелененькую вот сюда вот, она оставляет здесь лужу, милики стоят между ними, кливают. Потом она оставила лужу, ты переводишь зелененькую вот сюда. Я уйду, потому что она на рейнже стоит, мне все равно где стоять, а миликов она не заденет. Мы это все время будем кливать. А сейчас что, плевок какой-то был или что? Что сдохли? Да, сейчас огненную в мили плюнула, я не успел ни заблимость отдать. Я нажал, и все умерли. На самом деле кислот, но не в ту сторону чуть повели просто, и все. Было понятно, что она плюнет нас. А, да, кстати, наверх, давай туда так. Хотя, слушай, Валка, на самом деле нас зеленые это не убивает. Ну, у нас сейчас это. Да, он предложил, чтобы ты листочек поставил, а Валк хосту эту РТД. Валк, ты в любом случае ставь РТД хосту, потому что у меня, ну, мили-то есть. А натур вроде бы, ну, не сильно бьет. Да нет, он не в натуре дело, огонь нас больше убивает. Да, уже крести пьёбываться, то есть это после ГПшечка. Кстати. Да. Что с идеальным, идеальный? Я релогаюсь. О, хорошо. Что
Ребят, давайте, но в ложах мы не умираем. Это совсем глупые смерти. Вы просто, не знаю, если, ну, не можете так следить, через Тадрвен пропишите себя дебаф, чтобы у вас на центре экрана. У тебя ноги горят. Ну, ну мало. Может, это панель смотрит. Да, давайте, ладно, АРТ-чек. Там, знаешь, там его топот... А, идеального нету. И его Сузу убил топот. Вот сам по себе. Он, получается, близко к боссу стоял. Там 15 тысяч, блядь. Почти, там ему два огня по десятке и какие-то 2500 залетело. Глыбу. Ну... Я чуть сам не умею, блядь. Да, бля, он, ну, вот, он в луже стоял, после этого, блядь, его топот добил. То есть он, блядь, ну, да, там, получается... проебанил, блядь, дико хули. На меня кинулся Снобальд, я прыгнул под босса, блинкнулся, и мне топот там убило, все. А, понятно. Ну, босс, да, он же топает там. Ну, типа, да, так, он блинк нажал. Идеальный тут, все. Пробафайте, пробафайте. Серебряного авангарда, и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться... Все, ребят, больше вайпаться не надо, то трофеи не получим дополнительные. Каску опять по друидам дайте. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. 12 секунд бой. Ну, идеально сейчас. Бафу. Да, он сразу. Да, да, так же. 5, 4, 3. 2, 1. Лево. Почти. Почти. Сейчас не могу соклевать. Забираю. Давай. Я после бить попал, по снабле пошел бить. Я заберу. Забрал. Чё ты стоишь? Я пожался на липот и ты перенку. У меня, кстати, это проблемы с кругом кидать не могу. Ну, типа, по таймингу не попасть. Карнизу дал. Боб. Инеры по Карнесу давайте уже. А наглая рожа закинь в неутомимо еще. Сейчас и босса раздатываем. Все, свич на месте обратно. Геру дали. Положите, стойте, блять, куда вы полезли, подлицу? Бэрить? Да, конечно, Берни его.
обновить каску, кулак. Направо, заправо. Сейчас хорошо будет, вот так вот их ставь, и ставь. Каски на друидах нет. Каску по друидам дайте, вот продаю стерею. Дариш замерз, пока нету ничего. Вы лучше спите, зорки. Кинь. Я вижу. Что это такое? Повернул. Я бы рефрейм. Польщики сломают звезду, играйте в приоритете. А, да, я еще заслакал. А по Корнесу есть БР? Ой, есть. И меня потеряли без пала. Не-не, давайте не резать уже. Стоп, давай попробуем, нет? Да у нас есть БР, это еще. Да, да, хорошо, да, давайте. Не-не-не, да, еще не, его нет. Не, много уже, много. Добивай там, да. Да, в любом случае мы не успевали вообще. Видно. У той уже, а у той так, еще. Ой, как так получилось, что она в рейд подула? Короче, сначала зорки сорвал, потом я ее забрал. Угу. А потом я уже не видел, меня откинула твоя, которая рядом стоит. Зорки не гоняй своим простом пролет. Так я думал, там агро, они два разных танка, что разных. Они же агро скидывают, как только вылазят. Угу. Ну вот та, которая ползает, нужно напуливать. Все, сойдет. Ты можешь брать, который все ползает, то есть да. Ты возьмешь потом кислотную, она будет ползать, ты ее возьмешь. Да, я буду настоящий постоянно. Хорошо, я туда и повожу ее. У тебя и грош, то с тебя так не сорвет жорки. Тебе проще ОПшка. Ну, в целом, с каждым разом все лучше и лучше. И мелкие косяки есть, но уже даже по рекаунту больше. Тут меньше этот слаков, перебежек и ДПС больше весь. Я понял, Васка скидывает вот это. Да, я читаю, конечно. Какие предложения? Принципе, смотри, она... миликов кто-то... тоже откидывают, мы теряем ДПС, чтобы подбежать. Ну так вы встаньте в стену, как я. Не-не-не, я про огненную, когда бить. Угу. Пирекс, ты тут? Просто милики потом кислоты идут добивать, а все РДД начинают огненную бить. И мне в дебаф мили не упадет, и это. И не откидывает. Да. Давай попробуем. Ну да, официальная тактика, наконец-то, вспомни. Чё делать? Как на Офи правильно играли ребята, да. Ведь именно из-за этого милики не бьют крутящуюся, на вертушку сдают, откидывают всё. Когда откидывают только на первое, до первого закапывания, второе закапывание мы почти добиваем, на третье уже добиваем, ну, точно, да, ни да. Разу не откидывает. А вот вообще поебать. Пирекс, чё там с тобой? Я не знаю, лежит. В дискорде есть, подожди. Его в дискорде нету. Спула. А, что-то вылетело. Вот, да. Спула удобно стоит. Да, вылетел. Поставь поди перекур, там 2 минуты пускай. У нас, если что, замена есть, ГГ СНИП есть на замене. А где ГГ СНИП? ГГ СНИП? Недалеко, тут, в Войсе. Отдыхаю. Да, в Войсе. Это вообще нормально. Давайте, можно... давайте шкаф. Лучше шамана нашли. Тыкни шкаф. Ну, один шаман на всю гильдию. Пиздец, вообще жестко. Шаманизм не перестал играть уже, да? А он на две недели отошел. А, да. Как Иршамы тоже, ну, проблема. Подожди, ну у нас еще этот Лагрис есть, но Лагрис просто сейчас не грабельный для этого контента, он поэтому не приходит. Ну да, ему еще 104. Да, хотя мы ему да. Этот вепон выбили. Хотя ему нужны, блядь.
Тотем на 3 крита, да, нужен. Ну все, с ним сейчас будет 15. Да нет, даже банально пока... просто на 5 хосты, что, блядь, потому что не достает. Там сзади рыбка стоит. Можешь покушать. Да, и давай это, ну, фласку БКшную. Снип. Ладно, рыба, понятно, пропала уже, держи новую. И фласку БКшную кто-нибудь ему дайте. Я понял, что нам нужно делать, короче, с этими фласками. ГП на следующий, ну, следующий артек, ГП сразу у кого нету. Ну, камон, ну, это пиздец, как бы, ладно, хуй с ним охота. Ну, да, на фото вообще уже нафармить. Хоть 10 вы пейте. Ничего страшного, а тут как бы это критично. Все, выкрыли. Все готовы, запускаем. Если мы сейчас по такой тактике не пройдем, то будет бессмысленно. КШП, баф, каску. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Блять. Вот это просто переведи, просто переведи. Давайте вот так вот будем стоять. Дрич мертвый ресли? Да, конечно. Кару... А, Кару просто далеко. Сколько там мне стоит? А, 3. Пока стоит, давай на 5. Тебе подольше постоять потом. Тут ли КП? Черепочек, давай КПС. Все, забирай. И давай повернем его по-человечески. Блять. Ну это я ебан, все, блять. А по неверу БР дайте. Кто там Локрима? А, отдали, все. По хантуре баф. Каска, кулак, приставав, лапка. Приставав только на ФП. Ну, у меня АХП не хотел. Ты че, еще раз сдох? Ну, да. Меня не добавлю. Невер. У нас нет ПР. 4 А, 4 на КД. Кого-то есть. Меня. Забираю босса. Подними Невера еще раз. Погоню этого. Плюсую вагон. Одерживаю. Бывает. Ранее в КД у вас ребята. 5. Вам раскидайте. 3, 2, я только корнусь отдаю. Закинь, значит, сейчас. А, сейчас переложу. Все равно закинь. Блять, там. А нет, показалось, все хорошо. Все, только что задул. И в меня закинул. О, отлично.
Как закопается милики, можете идти в этого зеленого бить. Смотрите только аккуратно там уже. Все, милики пошли, блять, закопался. Ты берешь паузу еще. Я размораживаю пока. Ну, если что, схвачу. Сейчас эти РДД огненную бьют, а милики по читам, по читам, по читам. А каким, блядь, читом? Где она? Под ордой. Она еще не появилась. Забрал. На пульте новой, да. Сейчас уже появится, уже появилось. На пульте новой, да. Потому что у меня копия хочется ставить. Да там дон. Я тут стою, да. Я убью, я правда. Не надо. Я же говорил, идите в другую сторону этого, который выкапывается. Давайте, у нас плюс 5 человек лежит. Второй раз ведете под огненную, и второй раз мы падаем из-за этого. Почему? Когда вылазит одну, ты держишь, и вторую, которая вылазит, которая ходит, кислотная, да? Ее начинает вести огненной. И когда огненную ведут, она нас задувает постоянно. Огненная. Дом. Она дает плевок в одного подожди, человека. Подожди, стой, Войт. А что вас задувает? Меня сейчас блевоты через полкарты задувают. А тут... Да, я думал, ты сейчас просто. Донт, дай бы я встану. У меня тело в этом рейде. Давай.